Площадь Победы ежегодно 9 мая становится центром торжественных мероприятий. Но впервые в этом году цветы возлагали к памятнику Георгия Победоносца, символу самоотверженной храбрости русского народа на полях сражений во все времена. Без сомнения, Великая Отечественная война – одно из самых кровавых событий века. За освобождение от немецких захватчиков свои жизни отдали миллионы советских солдат. От будущих поколений зависит, чтобы война никогда не повторилась. Жить в мире, ни с кем не ссориться. Конечно, нужно помнить, каждая война, в каждой войне существуют некие ошибки, над них наша армия учится, становится лучше, современнее, и все будет хорошо, я думаю.